Озонотерапия. Температура оптимальная специально для того, чтобы не перегрелась. У меня бультерьер на татуировке. Я просто увидела, что у тебя собачка. Грумер. Принесли енота. Мы сделали ракез. Сама пользовалась собачьим. Мне позволяет так попу стричь. Мы это вырежем. Привет, я Энни Мэджик, и у одной из моих собак по имени Софи 6 ноября день рождения, ей уже исполняется целых 7 лет. А все девочки в честь дня рождения хотят быть красивыми, так что сегодня мы пришли в суперсалон Софиши делать прическу и приводить ее в порядок. Короче, история такая. Мы с Софишей ходили сниматься на передачу на канал НТВ Натальи Мальцевой, и там познакомились с девушкой Олей, а она оказалась грумер. И так получилось, что когда мы приехали в груминг-студию Фризе, в которой она работает, тут все в стиле Софи оказалось. Розовые креселка, а как вы знаете, у Софиши розовый цвет, она типа такая гламурная. Все вот такое вот гламурненькое, беленькое, розовенькое, такой вот няшный здесь типа каминчик, рамочки. Ну, в общем, прям все в Софишном стиле. Так что сегодня мы проведем кучу очень прикольных процедур. Подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые видео о нашей жизни с питомцами, потому что где мы только не бываем и чем мы только не делаем, да, именинница? Алло, прием! Ребята, смотрите, тут вокруг появляются ваши комментарии, скорее пишите их там внизу! Это цветы в честь твоего дня рождения. Вообще такое ощущение, что в квартире находишься, а не в каком-то таком вот помещении. Мне это очень нравится. Кстати, по поводу... Да, прям как в квартире! Кто-то где-то что-то пилит. По поводу 50 фактов про Софи, я обязательно их сниму. Если хотите, тоже ставьте лайк. И ставьте лайк еще, если любите ролики, когда мы куда-то уезжаем и что-нибудь прикольное придумываем. И да, ребят, результаты нашего осеннего фотоконкурса Magic 4 лапы опубликованы в нашем инстаграме и в моем закрепленном комментарии внизу. На моем канале вышел очень смешной ролик с героями Смешилкиных. Он никуда не убежит, посмотрите потом, а сейчас поехали. Вот смотрите, как я и говорила, здесь все розовенькое такое. Вот такие вот штучки розовенькие, все такое розовенькое. А вот Оля, про которую я говорила, с которой мы познакомились. Вот наша Софиша. А что мы сейчас будем делать? Спасы с маслами, мыться, купаться, озонотерапия, специальная ванна для хорошей, чтобы шерстка блестела. Озонотерапия. А что такое озонотерапия вообще? Ну, это ванна, она специально с запахом. Как у людей, запах, да? Да, по сути? Да. Все то же самое, запах даже сейчас включим. Очень красиво. Они боятся собаки, когда приходят вот в эти бульканье? Первые, может быть, 5 минут они боятся, а потом... Потом успокаиваются, да, и они прям такие расслабленные, хорошие. Сейчас запах почувствую. Я уже чувствую. Как после грозы. Это не просто там для кайфа процедура и для прикола. Она реально помогает там залечивать ранки. И вот Оля сказала, даже лечат... Какое алопеция. Слово? Алопеция. Зона терапии убивает все вирусные грибки. Позволяет косметике лучше работать. То есть питать кожу, шерсть, вирусы, да? Да, собачки. Это наш, между прочим, первый раз рубрика. Она поплыла, поплыла. Температура оптимальная специально для того, чтобы не перегрелась. Софи плывет. Софи просто любит плавать, она в море, она обычно плавает. Реакция у Софи немножко первая такая, она испугалась, не поняла сначала, что ей плыть куда-то надо, а ей как бы надо встать и расслабиться, понять, она что... Она уже вот начинает вставать потихоньку, да, Софишки? Косметика у нас, да, полностью натуральная, органика, то есть никакой аллергии, в принципе, не может. И гипоаллергенная, да, получается, гипоаллергенная. Да. Потому что мы, наоборот, как бы я всегда за, я продвигаю экологичность, вот такое вот, все органическое. Вот, наш салон, в принципе, на этом и специализируется. Софи, зато представь, какая ты будешь красивая. Как ты решила, что ты хочешь стать грумером? С детства я всех животных тащила домой бездомных, любила. Такая же фигня. Да, у меня не было, наверное, ни вечера, мама уже знала, что звонок в двери, у меня сзади то кошечка, то собачечка, вплоть до, там, гужей наловлю или ящериц каких-то, и она вот с такими глазами, что опять? Кого? Мама, я спасла лягушек! Кого принесла, да, у меня дома куча были, у меня и тритоны, и ящерицы, 3 аквариума, там, кошки. Короче, ты с детства любитель животных, да. Ну ты же могла бы, например, ветеринаром захотеть стать. Ну, ветеринаром такая, я думала об этом. Ветеринарам страшно, потому что ответственность случаи, очень, да, большая. Случаи, да? Разные, и, ну, не готова я морально. Тут приятность, полезность. Прикольно. Совместить. Слушай, у меня есть татуировка на ней. У меня бультерьер на татуировке. Я просто увидела, что у тебя собачка там. И даже написано грумер.
грумер. То есть это грумер, просто человек настолько любит свою работу. Напишите в комментариях, что за порода это. Передай привет кому-нибудь. Настенька, передай привет. Ты будешь в видео. В общем, наносим шампунь губкой. Не прямым, то есть мы сначала шампунь разбавляем с водичкой, спениваем и без контакта губкой наносим, намыливаем. Как гигиена, потому что у нас как бы салон, да, собачки приходят, плюс удобно. Просто очень часто хозяева, они раз сюда любушечку сделают и размазывают. Ну, да, какие-то, да. Какие-то места не так хорошо промыливаются. Ситуация из работы твоей в груминге, да? Какая-нибудь самая такая запомнившаяся? Был момент, когда принесли енота и попросили его подстричь, забрить. Сделать мы сделали ракез. Полностью был енот лысый. Оставили лапки, голову. А есть фоточки? Да, где-то есть фото. Фоточку вот здесь поставлю я, чтобы вы посмотрели. Во-первых, это существо, которое... Просто не понимает, что с ним делают. Во-первых, да? Это хищник, во-вторых, она на месте не сидела, и я не знала, что с ней делать, и она не знала, что с ней делать. У нас одноразовые полотенца. Вот. То есть мы даже не стирка, ни химии, ничего. У нас на каждую собачку одноразовые полотенца, чтобы также, не дай бог, чего. Фен, да? Да. Видите, какая розовая пушка? Прям даже Софишкина просто... Ой, я как всегда рукожоплю. Она тоже розовая. Лучше сначала не сушить, дать чуть-чуть впитаться. Ну, это как мы тоже, когда голову моем. И там еще кучка. Короче, очень много ножниц. Да, они все разные. Все разные, серьезно? И стали, в руке все лежат по-разному. И для стрижки там мордашки, не мордашки, какая порода. Там для пуделей одна. Короче, зависит от породы, да. Структуры шерсти, да? Да. У Софи хорошо, что у нее ногти белые. У меня у Эйвона когти черные и очень-очень такие прям мощные. То есть вот прям вот такие когти. Вообще для чихуашки это очень как-то странно. Часто смотрят ролики мои и говорят, а как ты стрижешь-то когти? Если вы не приучили собачку и сами не умеете, пойдите и профессионалу это дело доверьте. Раньше делали это обычной пилкой, да, сейчас это делается вот таким приспособлением, это намного быстрее, да? Конечно. Сейчас Оля сушит Софишу феном. Я надеюсь, меня слышно, я специально отошла, чтобы звук был лучше. Короче, Оля сказала, каждый миллиметрик нужно под струей воздуха. Да, под струей воздуха, то есть мы отчесываем прям вот как идет у нас положение воздуха и... Каждый сантиметр отчесываем. Видишь, вот у нее этот цвет песочный здесь есть местами. Все, сейчас мы будем стричься. Да, будем забривать пяточки, щекотать. Пяточки щекотать пяточки, будем. Да. А есть какой-нибудь сленг? Собачек мы обзываем. Как? Креветками, например. Креветки? Ну, это, да, стоит. Или там собака-целовака. Креветка, потому что стоит такая вся сжалась. Вот так вот, да, берешь лапу, она прям не дает. Оля тоже разговаривает с животными. Да, с ними, да. А по-другому как? Ты с животными работаешь только так с ними. Ну вот, ты считаешь, что нормально разговаривать с животными, как с людьми, да? Ну, как с людьми, нет. Я с животными больше разговариваю. Когда собачку привозят и говорят, ну, вот, попа, допустим, нерасчесанные, да, все в колтунах. А есть какие-нибудь истории там с когтями там такими гигантскими приходят? Да, они причем... Обрастает так, они закручиваются и прям в подушку. И там мясо прям. Много было случаев, и некоторые говорят, да ладно, их надо стричь. А мы не знали. Тут обманный маневр. То есть она дергает, второй поднимаешь и все. Все. Лайфхак от грумера. Чтобы она не дергала этой ногой, нужно одну поднять, тогда вторая уже не. Она не сможет уже просто, да? У вас очень кожа, все стрижено. В принципе, мы так только обновим. Ну да, здесь вот длинные где-то торчат. Молодцы, я прям похвалю вас. Мы получили сегодня 5 по домашнему уходу. Ну, на самом деле, редкость. А шампунь собачий лучше, чем человеческий, это 100%. Честно признаюсь, сама пользовалась собачьим шампунем.
Тайны рубрика. Вы попробуйте просто. Рубрики тайны грумера. Не буду заставлять Олю повторять это. Да. Нету ни одного грумера. Вот я не знаю ни одного грумера, который бы не попробовал собачью шампунь. А мы из колы шампунь. Да, и причем она настолько офигенная. Они же все натуральные. Так. Для животных делают лучше, чем для людей. Для людей химия там все. Ну, потому что человек, типа, вот, да. Там у них сразу раздражение, аллергии и все такое прочее. Я поняла, чем мыть голову. Теперь буду все время. Ты же моя хорошая. Вот стой так. Это первая собака, которая мне позволяет так попу стричь. Причем она сама говорит, стриги мне попу. Шерстка, правда, прям как у мягкой игрушки. Прям трогаешь, и прям мягенькая игрушечка. Сколько в профессии ты? Шесть лет опыта, 7 лет возраста. Я заклинательницей кошек. Заклинательницей? Да. Почему заклинательницей? Ну, я как-то с ними, видимо, нахожу. Многие грумеры находят вообще язык, но... Если вы хотите, чтобы киса Алиса пришла к заклинательнице кошек Ольге, голосуйте в вопросе. Сегодня мы просто пришли в честь дня рождения Софи привести ее в порядок, сделать ей причесочку. А может быть, стоит снять видео, как все устроено, что внутри груминг-студии. То есть, как проходит день грумера, что он делает, чем он пользуется, зачем, почему. Короче, если хотите, тоже голосуйте, ставьте лайк и пишите свои комментарии. Вы можете тоже проголосовать, отстричусь или нет. Я думаю, все будут против. Я говорю, самое классное в нашей профессии, что у нас всегда работают самые, мне кажется, вообще грумеры самые добрые, люди. Самые общительные. А потому что это люди, которые любят животных. Бескорыстные. Сейчас пришла у меня следующая собачка, и вот Таня говорит, я ничего страшного. Я извиняюсь, но я мимо вас проскочу. Взаимовыручка. У нас коллектив вообще офигенный. А еще здесь есть собачка по имени Польза. Провести время с Пользой. Брызгаем на полку. Ой, я куда-то промахнулась чуть-чуть, ничего страшного. И опять промахнулась, что-то меня куда-то понесло. Ой, он такой прям свежачок такой прям. Ох. Ну что? Тебе понравилось? Еще к нам придешь? Софика, вообще-то я на тебя обиделась, ты мне попу стригла. Да не, вон смотри. Мы это вырежем. Не подставляла ее. Лежат главные администраторы груминг-студии. Вот такие вот кошаки. Самый прикол в том, что да, это дочка, а это мама. И ребята, они просто приютили их. Приютили вот эту вот кошечку, а она родила потом. И котеночек тоже здесь остался. Если ребята заинтересуются, мы придем еще не раз с разными. Заклинательница кошек, может быть, с кисой Алисой еще разберется. Мы были во фрезе с Афишей, готовили ее к дню рождения. Ей 7 лет. Спасибо огромное. Все. По мне, Софишка красотка просто на все 100. Распаковку подарков на Софишин день рождения и, конечно, традиционный торт своими руками для питомца, который я делаю уже 8 лет подряд, смотрите на канале Magic Pets. Переходите по ссылочкам на новые видео на других наших каналах. Увидимся скоро в новых роликах. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поздравляйте Софишу с днем рождения. Пока!